Всем привет, и мы продолжаем игру Swamp Attack или Атака на болото. В прошлой части мы уже дошли, друзья, с вами до 7-й миссии 4-го эпизода. Это у нас идет 4-й эпизод. Ну что же, друзья, давайте-ка мы пойдем сразу же в атаку, защитим хижу нашего охотника. Но вначале, друзья, давайте-ка зайдем в магазин, посмотрим, как там и дела. Итак, давайте-ка подкупим несколько зарядов батарей. Вот, замечательно, возьмем кислотное облако, еще вот несколько знаков стоп, чтобы можно было отбиваться от врагов. Ну, как бы все, по-моему, довольно-таки неплохо, и посмотрим, что же у нас с оружием. Итак, в прошлых частях, друзья, у нас удалось взять вот такое вот космическое ружье, очень неплохо, и, конечно же, огнемет, очень он мне нравится, друзья, поэтому возьму к нему зарядов. И отправимся, друзья, с вами на болото и попробуем защитить нашу хижину. Итак, здорово, идет загрузка. Посмотрим, что же новое здесь будет. Отлично. Итак, болотный рубеж. И опять атака на нашего охотника. Попробуем отбиться от... Ой, какое большое количество крокодилов. Ого-го-го-го. Очень непросто, но тем не менее, я верю, у нашего охотника все здорово получится. Вот так, замечательно, очень неплохо, очень здорово. Возьмем-ка уточку. Вот, чудесно. Ой-ой-ой, это уже у нас пошла защита. Крокодилы защиты, поэтому, друзья, давайте-ка мы установим знак стоп. А пока крокодилы вот едят знак стоп, мы перезарядимся. Итак, неплохо. Вот так, нет выхода, друзья, бросаю батарею и немножко поджарим вредных крокодилов. Вот так, неплохо. Ну что же, хорошо справились, друзья. Не допустили мы крокодилов к себе. Ага, а вот это уже серьезно, друзья, Это уже серьезные крокодилы, друзья. Пошли в атаку. Давайте-ка я их тоже вот так немножко поджарю. Вот при помощи батарейки. Отлично. И давайте-ка, друзья, разбивать их при помощи нашего ружья. Ну что же, неплохо справились, друзья. Замечательно. Так, что тут у нас уточка? Ага, а это уже у нас пошли как крокодилы вот в таких вот силовых полях. Так, давайте-ка, друзья, я немножко их вот так подморожу. Перезарядимся, посмотрим, что из этого получится. Итак, косморужье и огнемет готовлю я, друзья, на всякий случай. Вот в случае крайней необходимости, возможно, придется вот с ними справляться. Итак, вот очень-очень непросто, друзья, оказывается, вот будет нам справиться с вот этими крокодилами. Давайте-ка, друзья, я еще вот так попробую при помощи батарейки поджарить. Вот, и давайте-ка, друзья, вот возьму вот так огнемет. Вот, здорово, друзья, смотрите, как здорово удалось нам справиться с вот этими крокодилами. Ну что же, неплохо. Перезаряжаем пока ружье. Ну вот, чудесно. Очень хорошо сработал огнемет. И посмотрим, друзья, кто тут и еще. И вот не устают крокодилы идти к нам в атаку. Давайте-ка мы немножко вот так еще при помощи кислотного дождя. Вот так немножко их вот эту атаку расстроим. И давайте-ка, друзья, установлю знак стоп. Вот, хорошо, неплохо. И вот, давайте-ка немножко вот так из космического ружья еще с ними попробуем. И огнеметом вот так. Хорошо. Здорово. Отлично. И еще вот... Попробую, друзья. Ой-ой-ой, что-то очень близко они подошли. Давайте-ка, друзья, пока перезаряжусь. И попробуем вот так хорошенько с ними справиться. Вот так, отлично. Так, еще нужна перезарядка. Вот, замечательно. И вот последние крокодилы, надеюсь, мы с ними справимся. Да, вот так. И уточка дала еще монетку. И вот последний крокодил. Да, вот, отлично, друзья, хорошо мы справились. Конечно, серьезная была атака. Заработали 3110 монеток. Хороший результат, но, честно говоря, было жутковато. То есть очень-очень здорово пошли жестко в атаку крокодилы. Но, тем не менее, охотник молодец, справился. Ну что же, подкупим мы боезапасов к огнемету. Вот немножко к космическому ружью. Купим знак стоп.
купим холодильник, несколько зарядов. Вот так, отлично. Ну что же, неплохо. Так, куплю я, друзья, несколько батареек. Ну и думаю, возможно, этого уже будет предостаточно. Ну что же, вперед, друзья, на следующий уровень. Итак, 18 уровень. Посмотрим, что же здесь удастся. Установи оружие и укрепление до начала уровня. Вот совет нашему охотнику. Чтобы... Итак, болотные яйца, эпизод 4, 18 миссия. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, какая сразу же атака на нашего охотника. Ничего себе, множество комаров. Ой-ой-ой, друзья, что делается? Ну вот так, тогда мы вот так воспользуемся вот этой батарейкой. Посмотрим, ой-ой-ой, и сразу же вот этого инопланетянина нужно, друзья, убирать. Так, перезаряжаемся, посмотрим, что же там. Ой-ой-ой, везде какая оказалась агрессия в середине. Вот множество инопланетян, и у нас подарочек. Ой, нужно было, друзья, конечно же, остановить. И давайте-ка я, друзья, из огнемета попробую поджарить вот этот сундук. Вот так, да. Вот, удалось неплохо. Итак, отбиваемся от комаров. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, что делается. Ничего себе, какая атака. Давайте-ка я установлю знак «Стоп». Ой-ой-ой, как это все непросто. И вот давайте я вот из технического ружья поджарю вот этих вредных. Ой-ой-ой, друзья, вызываю кислотное облако и замораживаю. Вот так, не удалось, ничего себе. Не удалось, друзья. Так, и еще вот так мы поделаем. Ох, ничего себе, как это было жутко и жестко. Вот так, да. Ой-ой-ой, какой кошмар. Еле нашему охотнику удалось отбиться. Вот такая вот неожиданная атака. Жесткий был оказался уровень. Итак, неплохо. Давайте-ка посмотрим, что у нас за оружие. Наверное, немножко, друзья, я уберу звук. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас со звуком. Давайте-ка я вот так немножко уберу. И посмотрим, что из этого получится. Итак, ну что же, знак «Стоп» я оставлю. А давайте-ка, друзья, я подкуплю еще кислотные облака. И подкуплю батарею. Вот, здорово. Кстати, друзья, что-то мне вот эта канистра не понравилась, но вот пишите в комментариях, возможно, лучше взять канистру, возможно, она все же будет лучше. Ну, пока, друзья, давайте-ка отправимся с вами на 19 уровень, посмотрим, что там интересного. Итак, эпизод 4, 19, последняя граница. Ой-ой-ой, и монстры пошли в атаку, вот эти инопланетяне с атомными бомбами, нужно их останавливать. Давайте-ка, друзья, я попробую вот так знак «Стоп» установить. Ой-ой-ой, сейчас, конечно же, они будут вот эти бомбы, знак «Стоп». И смотрите, что делает. Две бомбы, и практически знак «Стоп» уничтожен. Ну, хорошо, что они не дошли к нам. Вот так. Так, друзья, не буду я рисковать. Давайте-ка брошу вот аккумулятор. Посмотрите, как здорово он сработал. Ох-ох-ох-ох-ох. Итак, друзья, нужен знак «Стоп». И давайте-ка я, друзья, вызову кислотную тучку. Пока мы перезаряжаемся, вот, очень хорошо работает кислотная тучка. Вот смотрите, как здорово уничтожает врагов. Замечательно. Ну что же, хорошо удается нашему охотнику отбиться от врагов. Ой-ой-ой, сколько, какая же агрессия, какая атака. Но тем не менее, молодец. Итак, вот, останавливаем монстра при помощи знака «Стоп». Ну, смотрите, как здорово они его разгрызают. Итак, срочно из нашего ружья убираем монстров. Вот, к сожалению, уточку не удалось взять. Вот, были бы у нас еще дополнительные монетки. Но, в принципе, очень хорошо, очень здорово сработали. Замечательно, друзья. Итак, посмотрим, что дальше у нас интересного. Ага, ну что же, враги продолжают идти в атаку. Вот причем вот этот розовый монстр, друзья, видите, уже вот в защитном коконе. То есть не просто будет с ним справиться, но постараемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак, здорово, друзья. Ну что же, давайте-ка воспользуюсь я батарейкой. Посмотрим, что из этого получится. И еще, друзья, вот вызову кислотное облако. Вот, так, нет выхода, давайте-ка я немножко их поджарю. Вот, замечательно. И еще вот из косморужья вот так. Ну, пока побережем заряды. Давайте-ка, друзья, попробуем все же из дробовика вот справиться с этими монстрами. Так, давайте-ка немножко их подморожу. Вот так вот. Замечательно. Итак,
пока перезаряжаем ружье. Ага, ну вот, монстры не дремлят, все идут в атаку. Но, тем не менее, охотник молодец. Давайте-ка, друзья, я остановлю знак «Стоп», пока наш охотник будет перезаряжаться. Вот так, замечательно, замечательно. Перезаряжаемся, перезаряжаемся. И еще брошу аккумулятор. Вот, здорово, здорово, здорово. Неплохо, неплохо. Но враги не останавливаются, друзья. Поэтому вот нужно их подморозить. Подморозить. Вот так, чудесно, чудесно. Итак, это последняя финальная атака, но что-то очень много монстров. Поэтому давайте-ка, друзья, продолжим. Вот так, немножко попробуем их проредить ряды. Вот так, здорово, 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 здорово. Так, вот, неэффективно ружье, маловато заряда. Давайте-ка, друзья, еще брошу. Вот, и попробую вот так из огнемета их поджарить. Ну что же, неплохо, неплохо. Очень здорово мы сработали. И уровень пройден. Да, 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 друзья, замечательно, уровень пройден, и мы заработали 2962 монеты. Неплохой результат, очень здорово, очень хорошо, но вот оружия уже маловато было. Еле удалось нашему охотнику отбиться, то есть нужно будет заряд огнемета прикупить, а то дальше, друзья, просто можем не выжить. Вот так, замечательно, еще заряд косморужью, и посмотрим, что у нас с боеприпасами. Итак, знак «Стоп» нужно прикупить, а то это, друзья, может плохо закончиться для нашего охотника. Вот еще несколько батарей, вот так, здорово, и вот несколько холодильников. Ну что же, здорово, здорово, друзья. Итак, продолжаем игру. И у нас следующая миссия, это 20-я. Кстати, до конца уровня у нас останется еще 4 миссии, если мы пройдем 20-ю. Ну что же, давайте-ка попробуем пройти 20-ю и посмотрим, друзья, что же у нас получится. Итак, на этом уровне у нас НЛО ворует все оружие. Нечто из иного мира называется вот эта глава. Ну что же, посмотрим, посмотрим, как же нашему охотнику удастся отбиться. Итак, вот есть у нас НЛО. И сразу же, друзья, брошу я аккумуляторную батарею. Не буду вот подпускать их близко, потому что нет зарядов, нечего отбиваться. Но тем не менее, ага, вот давайте-ка попробуем, что здесь. И еще один аккумулятор. Очень хорошо, очень здорово. Так, ой-ой-ой, а что здесь у нас в этом НЛО? Давайте-ка посмотрим. И есть знак «Стоп». Ну что же, друзья, давайте-ка я установлю знак «Стоп». Еще брошу вот эту аккумуляторную батарею. Здорово, здорово. А мы пока, друзья, вот так попробуем издалека дробовиком справиться с этими монстрами. И да, удалось, удалось. А здесь у нас еще холодильник. Ну что же, неплохо, неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, воздушная атака. Срочно нужно отбиваться. Срочно нужно отбиваться. Есть у нас знак «Стоп». Вот, замечательно, замечательно. Ой-ой-ой-ой, друзья, давайте-ка я вот так брошу аккумулятор. Возможно, друзья, удастся отбиться. Вот так, замечательно, очень хорошо. Неплохо, неплохо, неплохо. Здорово, здорово, здорово. И еще вот так, отлично. Замечательно, замечательно. Итак, вот есть у нас НЛО, есть кислотное облако. Давайте-ка я, друзья, его сразу же использую. И попробую, друзья, вот справиться с вот этими монстрами. Так, что же у нас здесь в НЛО? Давайте-ка посмотрим. И есть холодильник. Ну что же, тогда сразу же, друзья, заморожу я вот этих монстриков. И пока перезаряжаемся, посмотрим, что же интересного. Итак, друзья, здорово, есть и уже еще 3 батареи. Вот, знаков «Стоп» 2, 3 холодильника. Неплохо, неплохо. Очень хорошо, замечательно. Ну что же, есть полностью заряд боекомплекта. Давайте-ка, друзья, разбивать коробку. И здесь оказалось множество инопланетян. Ну что же, здорово, 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 здорово. Ой-ой-ой, друзья, давайте-ка я пока подморожу вот так. Хорошо, а что же здесь у нас? А здесь у нас оказался огнемет. Тоже неплохо. Хороший результат. Ага. Кроме того, еще, друзья, кислотное облако. Итак, неплохо. Вызываем кислотное облако. Вот так. Пусть разъедает врагов. Отлично. И еще вот батарея. Хорошо, давайте-ка, друзья, воспользуемся. Вот так, замечательно. И заморозим. Ха-ха.
Вот, смотрите, как прикольно удалось нам вот воспользоваться этим всем. Вот так, еще вот так. Бросаем батарею. Ну что же, замечательно, замечательно. Так, а что в НЛО? Где-то улетело НЛО, не удалось мне его разбить. Но, тем не менее, друзья, хороший результат. Вот, давайте-ка я вот так его подморожу. И вызову кислотные облака. Все равно это уже, друзья, конец миссии. И нашему охотнику здорово удается справиться еще с вот этим монстром. Ну что же, здорово, здорово. Отлично, друзья. И остается у нас еще один эпизод. На нашем канале мы проходим по 6 уровней в день. Итак, мы начали, друзья, из 17 уровня. И уже, по-моему, прошли 5 уровней. Ну, сейчас посчитаем. Итак, идет загрузка. Давайте-ка я еще подкуплю зарядов и патронов. Посмотрим, что у нас делается. Ну что же, есть хороший запас и огнеметов. Ну, в принципе, мы на прошлом уровне ничего же не использовали. Но, тем не менее, друзья, кто знает, что будет на этом уровне. Давайте-ка, друзья, посмотрим. Итак, мы, друзья, с вами уже начали игру 17 уровня. Прошли 17, 18, 19, 20. Ну и сегодня, друзья, давайте-ка пройдем еще 21. Правда, это будет только 5. Но, наверное, друзья, на этом уже закончим. Потому что в следующей миссии уже будет очень тяжело. Будет у нас инопланетный монстр. Не знаю, как мы справимся, но постараемся. Итак, 21 уровень. И на этом, друзья, будем заканчивать игру. Итак, здорово, здорово, друзья. Путешествие на болото, 21-й. И 21-я игра, и 4-й эпизод. Ой-ой-ой, друзья, какая сразу же атака на нашего охотника. Давайте-ка еще вот этих вредных инопланетян нужно избавляться. А то вот издалека наносят урон довольно-таки серьезный. Ну вот, здорово, здорово. Перезаряжаемся. Вот так, хорошо, хорошо. И давайте-ка, друзья, пока установлю знак «Стоп». Ой-ой-ой, какие вредные крысы, друзья. Нельзя им позволять издалека наносить урон. Нужно первым делом с крысами справляться. Вот так, здорово, здорово. Хорошо, перезаряжаемся. Неплохо, неплохо. Вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вредный инопланетянин. Так, ну что же, давайте-ка я тогда вот так заморожу. То есть не вовремя немножко заморозил. Нужно было инопланетян дождаться, чтобы они вылезли, тогда замораживать. Но, тем не менее, уже вот так сработали, тоже неплохо. Так, итак, нужна перезарядка. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Перезаряжаем ружье. О, вот, здорово, друзья, удалось взять уточку. Ой-ой-ой, нужно избавляться от вредного инопланетянина. Так, ну что же, дошли вот до бобры, до знака «Стоп». Немножко его уничтожает, но тем не менее, друзья, удалось с ними справиться. Здорово, здорово. И опять вредные крысы пошли в атаку, друзья. Нужно от них избавляться, вот так. Не допускать, чтобы они наносили урон издалека. Ну и с бобрами, я думаю, мы справимся. Все же это немножко легче, хоть издалека не наносят урон. Ой-ой-ой, вредина, инопланетянин. Вот видите, друзья, что делает. Ну вот разве так, мы с вами тоже по-жесткому, друзья. Вот используем кислотные облака. Вот так, здорово, здорово. И еще вот этого вредного инопланетянина. Да-да-да-да-да-да. Удалось, друзья, нужно... Давайте-ка я вот так его из вот этого ружья буду поджаривать, вреден. Так, вот, и еще вот так тебе. Так, где же наш лазерный луч? Ну, нет, пока давайте-ка тогда перезарядим ружье. Очень здорово, очень неплохо. Итак, давайте-ка с бобрами у нас... А, вот, супер, друзья, удалось взять аптечку. Давайте-ка, друзья, я вот вызову кислотный дождь. Уж очень много бобров у нас вот здесь. И очень здорово разъедает знак «Стоп». Ничего, ничего. Сейчас мы с ними постараемся. Ага, вот вы как. Ну тогда давайте-ка, друзья, еще сбросим вот аккумулятор. И тоже очень хорошо разберемся с вот этими вредными крысами. Ага, это уже, друзья, конец уровня. Ну что же, охотник молодец, довольно-таки здорово справился. Умничка, умничка. Итак, 21 уровень пройден. Это у нас уже 5 уровней мы сегодня прошли. Очень неплохо, очень здорово. Итак, друзья, думаю, проходить ли еще один уровень или уже достаточно. Итак, давайте-ка посмотрим, на чем мы остановились.
Что у нас с боезапасом? Ну что же, довольно-таки неплохо мы сработали. Вот, хорошо бы, конечно, еще подкупить батарей, холодильника. И, в принципе, можно было бы в атаку. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, стоит ли проходить 22 уровень. Давайте-ка, друзья, все же мы его пройдем. Очень интересно, что же там в середине. Какие же монстры будут. И уже в следующей миссии у нас останется 23 и 24. Ну и битва с финальным боссом. Итак, эпизод 4, 22, война болот. Посмотрим, друзья, что же здесь интересного. Ой-ой-ой, сразу же пошли в атаку вот эти монстрики. И нам нужно первым делом, друзья, справиться с вот этим вредным инопланетянином, который из воды выскакивает. Очень он мне не нравится, наносит много урона. Вот-вот-вот-вот, да-да-да, друзья, удалось с ним справиться. Давайте-ка я остановлю пришельца при помощи знака «Стоп». Вот так, замечательно, очень хорошо. И перезарядимся, друзья, посмотрим, что же у нас в этой в коробке будет. Ой-ой-ой, друзья, вот так. Да, замечательно. И еще монетка в уточке. Очень хороший результат. А вот здесь, друзья, не очень. Итак, пошли инопланетяне. И нужно вот этого вредина инопланетянина, вот, давайте-ка его немножко вот так поджарим с ружьем. Вот, чудесно, очень хорошо. Замечательно, друзья. Отлично, здорово все идет. Очень хорошо. Давайте-ка, друзья, еще вызовы кислотные облака. Не будем рисковать. И здорово справимся с вот этим инопланетянином. Интересно, кто здесь у нас в коробке. Ой-ой-ой, друзья, какая оказалась западня. Сколько оказалось множество вот инопланетян. Итак, перезаряжаемся и посмотрим, кто здесь. Ага, здесь оказался вот этот инопланетян. Ну что же, очень-очень хорошо, очень здорово, очень мы классно справились. Отлично, друзья. И еще вот последняя у нас вот такая вот атака. Давайте-ка мы немножко их подморозим. Вот, чудесно. Кроме того, еще аптечка. Ну что же, очень неплохо, друзья, мы справились с этим уровнем. Вот, правда, еще вредины вот эти... подводные инопланетяне выскакивают, наносят урон, но тем не менее наш охотник молодец. Давайте-ка мы вот так используем огнемет. Вот, смотрите, как здорово, друзья. Отлично. Вот, отлично. И не хочешь так, мы тебе из косморужья. Вот, супер. Очень хорошо. По-моему, а нет, вот еще вот так давайте-ка мы с ним, с косморужьем разберемся. И супер, друзья, очень хорошо прошли уровень, и мы заработали 2452 монетки. Хороший результат. Итак, друзья, на этом мы уже прощаемся. Всем пока-пока. А вы подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий с нашим любимым героем. Вот. Пишите в комментариях, какая лучшая стратегия, как лучше нашему охотнику охотиться. Ну и всем пока-пока, друзья, до новых встреч. А чтобы не пропустить ни одной серии, друзья, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.